Привет, ребят. Короче, я приехал в Дубай показать вам ночной Дубай. Помните первый наш раз, когда мы с Егором Кридом приехали? Мы тут гуляли, знакомились там с людьми. Егор меня с многими людьми интересными познакомил. Здесь очень много русских. Русских, которые делают всю ночную жизнь практически Дубая. Мы сейчас поднимемся в офис к человеку, который разъебал Дубай ночной жизнью. Погнали! Здесь даже ребята русские снимают. Пацаны, а покажите друг друга. Как представьтесь. Привет, Степан, Украина. Алексей. Откуда? Россия. А ты почему именно подметил, откуда ты? Я потому что спросил. Хорошо, спасибо. Как дела, Russian мафиози? Ты мафиози, по-моему, тут. Нет, так просто. Брат, ты чё? У нас не телевизионная тема, мы можем ругаться матом с тобой. У нас все культурно, какие маты? Все цензуры. Вдруг дети смотрят, нет? А мы вы верите. Будем разъёбывать. Мы сейчас где, брат? Рядом с Бурдж-Халифой. Центр города. Отсюда ты контролируешь весь свой бизнес. Ну да. Перечисли сейчас на сегодняшний день, что у тебя есть. Брат, Мавида, самый первый клуб мы открыли, потом VIP-рум, второй у нас был мощный проект. САС-кафе, Тока, Чипряни, Новиков. И вот самый последний проект мы открыли в Пейс. Самый большой аутдор-клуб. Я не знаю, честно говоря, что везде все пугают. Я пока был не выездной, проскакивали мысли, а может поехать попробовать себя там, например, в Америке, поехать попробовать себя в Дубае. И сейчас перед отъездом, первый раз, когда я в Дубай приезжал, и в Америку, меня все пугали, что да мы там никому не нужны, никто не даст заработать денег. Вот честно могу сказать теперь, это все полная ерунда. Везде кто-то чего-то достиг, все приезжают из глубинки России и Украины и за 2, 3, 4 года начинают зарабатывать. Я за один день собрал команду, с которой мы сняли много интересного контента и материала за один день. Ну а если честно, все это хуйня, просто у меня дохуя подписчиков и все хотят что-нибудь со мной делать. Ребят, не высовывайтесь, сидите там, ничего не получится. Это вот брат мой Максим. Что делает брат? Брат отдыхает. Макс у нас по финансовому, по всему. А тяжело с братом работать? Честно. Охуенно, ты что, брат? То есть мозгоебства нет? Вообще ноль, все нормально. Кому как? Ну да, ему, наверное, тяжелее. С братом тяжело работать. Сколько человек у тебя работает? Где-то порядка 700 человек. Брат, можешь сказать, вот там не поворачивайся, только брюнетка сидит. Я готов уже жениться на этой брюнетке, она мне очень нравится. Кто она, есть ли у нее парень? Брат, наверное, нет, я не знаю. Я там? А была в Москве сейчас? You ever been in Moscow? No, never. You should I visit. I was waiting for you to invite me. Okay, ну, в общем, yes? Она готова к приглашению в Москву, okay. Так что... Give me your number, please. Брат, давай заканчиваем съемку. Да. Nice to meet you, Sarah. I was serious. Yes? Извините, ребята, работа с отдыхом. Все как у Жени, кстати. Мне поэтому нравится его работа. So, my name is Sarah. I live in my car. My name is Amira. Nice to meet you. Nice to meet you. Как она сказала, ее зовут Сара? На чем? Сахара. Да. А на чем работает? Только вот у нас маркетинговый офис и бухгалтерия. Нифига себе. А ты им деньги платишь? А? Нет, конечно, они за еду. Вот в этой комнате. А что, индусы хорошо считают? Конечно, номер один. У них есть такой регион в Индии, да? Да. И там практически как бы одна такая семья, одна фамилия, Патель, да, это с одного региона. Они все бухгалтера. Серьезно? Guys, how many of you Patels here? Now two. Now two only. Before it was... Three. Okay. Ну, короче, из пяти три Патели. То есть у них... Они у тебя не воруют, ты уверен? Я надеюсь, нет. В Абу-Даби, что здесь происходит? Вот сними, смотри, здесь происходит, вот что происходит. Бульдозер групп, F1-ок, Чипряни, Амиран. Это Амиран, хуль ты тут делаешь, Амиран? Ты же меня позвал. А? Да ладно, сори, вот так позвал. Брат, ты денег дал, да? Да ладно, иди денег раздавал. Не, нихуя. Брат, когда денег даешь, хуёво получается. Надо за творчество. Деньги. Дети. Потом придут. Дети. Деньги – это не главное. Главное – творчество. И дети тоже не главное. Дети – это главное. Брат, где мы? Это твой клуб? Да, мы в Абу-Даби. Реально начинается крутая вечеринка. Пойдем. Мы ставим поп-ап каждый год. Работает клуб всего 3 дня в году и все. Пойдем покажу. Пойдем. Бля, ну телок пиздец. Да, просто.
устраивает самую крутую вечеринку на Ибице. Называется KTK Dam Present Black Coffee. Ее вечеринка еще Блио. Блио на Ибице называется KTLicious by KTK. Это реально легенда. Это королева Ибицы. What do you think, Евгений? For him is the club industry is passion. Give the all to the people. It's like yes. me, you know, and I love him for that. Майер, ваш известный крыса. I don't love Russia. I adore and love Russia. Why do you love Russia? Because of you. Thank you, baby. Очень сильно был впечатлен вчера. Я прям не бросаюсь сейчас словами. Да. Реально был впечатлен. Да. От того, как сильно оказывается... Как сильно вы заебываетесь и офигеваете от райдера, чтобы привести какую-нибудь звезду. Ну, да. Там куча гемора, они да, что-то постоянно. Все звезды, капризы всякие там все. Что-то хотят. Как парня зовут? Вот Се. Се. Се, да. Что самое странное, перечислить просили звезды, когда он их привозил. What is the most weird things ever celebrity ask you to do? Anyone was trying sexually harass you? They book a show for this guy, for instance. Yeah. And then they see his picture on Instagram, they said, can we have private jet? This club is big. You guys make a lot of money, send us private jets. I think the bigger the artists are, the more professional they are behaving much more, you know, professional, you know. They know how to behave, they know how to play with the media and the fans, you know. Кто тебе больше всего из звезд вот прям вот понравился, как человек? Вот знаешь, вот ты пообщался и понял, что... У меня с 50 Cent'ом хорошее отношение, наш человек. А из девушек? Ну, Джилло нормальный человек. You guys coming to Sean Monet? Yeah, it's gonna be a good one. Ким Кардашьян тоже нормально. Нормально? Не капризно? Вообще ноль. А ты ее привозил? Конечно. А что она делала? Три раза. Ничего, просто поздно найдем. Три раза. Все, стоп. Ты ее привозил? Да, точка. Что она делала, не скажу. Идет за кадр. You can't get much. Ребят, бытует мнение, что текущая система образования и методики устарели. Плюс не у каждого есть возможность и время посещать институт. А ребята из Skillbox готовы изменить мир образования, делая фокус на новые востребованные профессии. Поэтому специально для вас в онлайн-университете Skillbox целый месяц образование бесплатно. Основные темы – маркетинг, управление, дизайн и программирование. Курс ведут реальные лидеры в своей отрасли, те, кто реализовал топовые проекты в России. Переходите по ссылке в описании, количество мест ограничено. Ю-ху! Чувак, ну ты сумасшедший. Ты снимаешь офигенно. Да, спасибо. Это фристайл. Блять, это наиграно было. Постанова, ты попросил сейчас тебе сказать. Ладно. Короче, мне правда очень понравилось. Я никогда не видел, чтобы снимали так. Это реально очень круто. Спасибо. Ебошим. У меня есть канал. Помнишь, мы договорились? У меня есть канал. Подписывайтесь. Pelman FPV. Ссылка в описании. Да? Да. Все-таки будет. Ты реально забыл записать вот то, что я сейчас говорил? Да. Братан, сколько ты занимаешься этим? 9 лет. И часто ты забываешь нажимать рэк. Он сейчас просто половину подводки не записал, забыл нажать рэк. Итак, еще раз спасибо, брат.
всю ночную жизнь сейчас формируют русские ребята. Ну, то есть топовые клубы и рестораны делает Женя здесь. Он здесь в огромном респекте, все его знают. Вчера я просто пришел в ресторан с Женей и познакомился там с Энтони Джошуа, чемпионом мира по боксу, который забрал титулы у Владимира Кличко. То есть, как бы, ну, уровень очень высокий. И самые красивые девчонки здесь русские. Они отбираются промоутерами, фильтруются, чтобы здесь там создавать атмосферу там и так далее. И в итоге сюда приезжает все самое лучшее и все самое крутое. Это, конечно, впечатляет нереально. Точно записал? Точно записал. Прошлые выходные, я не скажу в каком клубе, нам мои друзья рассказывали, которые здесь тусили, что один черный парень провез в жопе кокаин. Но я знаю, что здесь очень строго со всем этим, и наркотиков вообще нет. Наркотики полностью запрещены в Дубае, и лучше с этим не связываться. Здесь очень серьезный закон, они очень сильно за этим следят. Поэтому. А что может быть с тем, кто привозит наркотики? Смертная казнь. Даже если ты иностранец? 100%, конечно. Ну, представь, здесь местного населения всего там 15%, все остальное приезжие люди со всего мира. То есть, если бы они это сильно не контролировали, тут бы бардак такой был. Страна, как ни крути, она все равно мусульманская, да, то есть, как бы у них здесь эти законы они соблюдают. И пытаются, чтобы сохранялся порядок. То есть, за счет этого у них и как бы уровень криминала очень низкий. То, что я там жопы выкладываю себе в Инстаграме в пустыне, я тебе, кстати, хотел сегодня позвонить и сказать. Что? Ну, это too much, да? Ну, мне кажется, немножко было too much. Не прям, но как бы нужно это все контролировать. Под открытым небом клуб на 2000 человек. Это не как арена, куда пришли послушать концерт. Это клуб. Понимаете, да, разницу? Но те, кто на опыте, они понимают, о чем сейчас я говорю. Но сейчас все видите. Топовый проект, мы только открыли его, ему вообще несколько месяцев. Самый кайф был в том, что мы могли построить то, что мы хотим. У нас был вообще открытый полностью канвас. Мы взяли просто участок земли и все это возвели. У нас нету ни колонн, нету ни высоты потолка, нас ничего не ограничивает. То есть вообще, да? Объем любой делали, который захотим. Вот так и получилось. Микс между концертом и VIP-клубом, с VIP-сервисом. То есть люди, которые придут, будут тратить деньги. За счет этого у нас есть возможность постоянно бронировать артистов, привозить большие таланты, самых больших интернешнл диджеев и селебрити. То есть за счет этого как бы оно работает. Сколько депозит стоит? Вот этого столика. Ну честно, давай цифры любят. Не будем расстраивать. Да нет, расскажи. Ну вот этот стол, а если хороший артист и хорошая ночь. Это стол артиста, ты показываешь. А, что хорошо? Да. Рядом, ну, зависимости. Ну, 15 тысяч долларов, 20 тысяч долларов. 15-20 тысяч долларов. А самый дешевый стол? Начинается от 600 долларов. Но мы ничего за вход не берем. Просто есть минимум спен. То есть, по сути, как бы люди, тут у нас вот на этот стол, допустим, набивается по 40 человек. Ну да, и ничего не стоит. По сути, да, то же самое. Ну, может, в два раза дороже, чем концерт, но у тебя сервис обслуживания, охрана. Вы знаете теперь лайфхак, как в крутом охуенном клубе мало денег скинуть. Просто набираете с большим количеством людей и все. Ну да. Только надо миксовать. Большим количеством людей наберете, и придут одни парни, то тоже не зайдете. Не зайдет, да? Конечно, нет. У нас микс крауд. Это как, один парень, три девочки? Ну, как минимум. Привет, девчонки. Hi. Как дела? По-русски? Да. О, привет. Привет. Ты откуда? Москва, но я здесь работаю. А приходите сегодня, да, потусим. Хорошо, с удовольствием. Jesus, baby, how are you? Formula One. Кто помнит нашего Сула? F1, let's go. Bro, now it's Abu Dhabi. Abu yes? Dhabi, we're in Abu Dhabi. Yes. We're gonna go to Formula One. It's the last Formula One for the whole year. And more famous, more celebrity. It's, yeah, yes? It's one of the best ones. More beautiful girl. I love beautiful girls, love nice parties, love beautiful people. Amazing. Best of the best, it's girl, it's Russian girl, only European girl. Russian girls. Yeah?
No, all the girls are really nice. You like Russian girls? But Russian girls are really nice. You need wife Russian girls, mm-hmm. and butler Russian girls. Yes. And body guy Russian girls. Higher life, I mean, and all about Russia. And cock Russian girls. Not this cock. Ah. Cock is food. Ah, you know? Food. Ah, okay, okay, cool. Cook, ah, yeah, food. Cook, yeah, yes, yeah, food, got bro. You. Go, let's go, bro. Huh? Let's go. Dubai! F1! Come on! Короче, пока я жду нашего оператора, чувствую, контент будет пропадать. Я наконец-то оказался там, где я обычно смотрел это по телеку. Балкон, VIP, между прочим. Конечно, ну, ощущение другого мира. Выглядит все это очень впечатляюще и круто. Чувствую себя здесь очень маленьким. Нищебродом просто, нищеёбом. Но это мотивирует дальше работать. Посмотреть прям тусовки на этих лодках. Две пиццы сразу кушаешь? Да, я очень люблю голодать. Не успела позавтракать? Нет. Покушаешь и помоги мне. 10 минут. Помогу. Помажь, помажь. Слушай, это влог, какая разница? Кушай, ешь и переводи. Пойдем. Пойдем. Нормально. О, давайте Ване. Yes. Yes, я вот так. Сфотографировать его? Да. А, и ты сам переснимаешь? Секундочку. How can you see what you record? Это индийский пранкер. У него тоже очень популярный Инстаграм. Он здесь и на Востоке очень популярен. Спроси у него, сколько у него набрало самое популярное видео? On one platform or overall? One platform. 10 million. С чего началась популярность? После какого видео? How did you start? How did you become popular? From which video? When? All the nigga. All the nigga? Oh, yeah, I know that one. How long you niggas bob? All the nigga. yeah, I know it, video. За сколько времени он уже набрал 1 700 000 подписчиков? A year and a half. Это сколько? Полтора года. Не тесно становится в Инстаграме? Не хочется YouTube канал завести? Isn't it too limited Instagram page? Do you not want to make YouTube channel? The thing is, to make it more global. YouTube, it's harder to create long content. Yes. And he's a really busy man. He works. He does this just part. Time. For YouTube, you'll have to do this full time. It's a bit difficult. Come on, baby. One, two, three, me. Four, five, А чем помимо своего контента он еще занимается? Или только на это все время ходит? What is his other job? I'm working as an electromechanical engineer. Really? Он инженер. You're not joke? No. Really, bro? In the day, engineer. Very serious and night yeah. pimp. Yeah. Bro, it's not your pimp. Instagram, it's hobby? Yeah. Yes? Yeah. How much all this? How much all, yes? $50,000. $50,000? Diamonds. Cool. All, yeah, diamonds? Yeah. And today works, yeah? Yeah, with the diamonds. Wow. What brings you more money? Instagram. Bro, I know. It's good money. It's easy money, bro. Not easy for your friend. It, you need create every time. It's hard, I know, bro. It's every week new idea. Какие у них планы дальше? Они в Америку не хотят поехать жить? What is your plan? Would you like to reallocate to US? To maybe expand more? Live. US. I think we should reallocate because now we're in Africa, so there's Africa. No opportunities in Africa. Wow. Yeah, so I think if we move to Dubai or the UK or the US, then it will grow more. Yeah, much more. Yeah. In Africa, he has more followers than the president. So.
African president? African president. Really? Wow. President. Где его встречают больше всего? В какой стране радужно? Which country are you most popular in? Like who? And love, subscribe. Yeah. US? Yes. Yes. Really? But you've never been. Никогда там не были? Bro, I, no visa. Bro, I first time one month ago, yeah. Before go LA, it's very good. So I think yeah. the next place would be LA and we can see. We hope. Я вам желаю удачи. It's good content, more money, yeah. And go live LA. Exactly. Thank you, bro. Nice to meet you. Nice to meet you, bro. Thank you. А тебя поцелую. Thanks for having me. Go, kill. Both of you. У нас такая тема есть, когда все приходят на вход, все себя чувствуют в Дубае, что они VIP, они все хотят идти в VIP. Да. Видите, вот VIP. Но все как бы смотрят VIP, на самом деле VIP вот. То есть, вот здесь почему такая путаница? Если бы мы написали здесь VIP, у нас бы тут толпа народа еще стояла. Клубы работают у вас до 2 ночи. А этот работает до 4. В Москве это представить себе невозможно. В 2 только начинают приходить и набиваться. В чем прикол? Почему так мало времени работают клубы? Брат, такой закон. То есть у них молитва начинается в 4:30. Поэтому как бы, ну вот, ну, изначально было, чтобы люди там к 4 часам уже, ну, пьяные по улицам не ходили. А как тебе удалось договориться до 4 продлить? Мы сделали 9 ивентов, мы привезли где-то порядка 12 артистов, там, ну, начиная там с Swedish House Mafia, Alessa, Afrojack, 50 Cent, Fetty Wap, Rick Ross, то есть, ну... Вложились, да, прилично. И мы пошли в Dubai Tourism Authority, как бы показали статистику, что реально как бы в мае месяце наш маркетинг с нашими звездами, с их инстаграм-постами, социал-медиа совсем сделали больше маркетинга, чем, чем департамент туризма. Да. Здесь реально как бы в этом плане кайф, потому что ты как бы работаешь, да, и понимаешь, что у тебя есть определенный бэкап и поддержка, то есть со стороны властей постоянно. То есть они пытаются тебе помочь, чтобы ты наоборот быстрее развивался и лучше. Потому что развиваешься ты, развивается компания, развиваешься заведение, соответственно, больше людей об этом узнают, больше туристов едет. А я слышал, ты какую-то звезду как-то не пустил принципиально. Кто это был? Слушай, я этого не пускал много раз. Хозяина Fashion TV. Хозяина Fashion TV? Да, Майкл Адамс. Из-за чего? Мне он не нравится. Почему? Ну просто. Вот мне он принципиально не нравится. Ты еще Бибера выгонял, было такое? Ну, Бибера я выгонял, когда ему было, тут с 21 года в Дубае можно, то есть, алкогольные напитки употреблять. Он пришел на дверь, ему было 18. Так. Понятное дело, там девочки увидели на дверях, у нас дор-менеджер, его сразу пустили, Джастин Бибер. Да. Он поднялся за стол, то есть, я послал охранника, говорю, скажите ему, чтобы мы, ну, наливать мы не будем. Да. Он говорит, дайте мне водка с содой, я хочу выпить. Мы сказали, нет. Ну, как бы вот он там, ну, начался небольшой конфликт, я хочу выпить, что мне выпить не даете, бутылку хватать. Мы его попросили уйти. И это никак не сказалось на тебе? Наоборот, сказалось круто, вся пресса об этом писала. Что ты выгнал Вибер? Да. Это только русские такое могут делать. В этом районе все, что связано с дизайном, с фэшеном, все ивенты должны проходить теперь только здесь. Хед-офисы, там, Шанель, Дольче Габбана, Диор, то есть на Мидл-Исте все находится в этих зданиях, они все полностью создают. Фейс 2 они делают там Creative Village, да? То есть ты, если артист, ты можешь прийти, взять студию, арендовать на день там и там делать, что ты хочешь. Там. Они строят самый большой университет по искусству здесь тоже, по фэшну. Как. В течение 10 лет да, все будет полностью застроено. Именно все, что связано с индустрией моды, да, и искусства, все должно проходить только в этом месте. Это новая BMW, ребята. Не совсем удачная модель, но неплохо, неплохо, молодцы. Тебе нравится? Честно? Нет. На этом мы закончим, брат. Это Дубай, детка. Бейс!
было охуенно, мне понравилось. Такое количество реально красивых, успешных, веселых людей на квадратный метр я давно не видел. Я не знаю, счастливы они или нет. Может, они такие же одинокие в душе, как и я сейчас. У них кризис, там, не знаю, депрессия и так далее. Но вечеринка была сегодня крутая. Я нажрался, мне сейчас охуенно. Пока, ребята.